Джек, я у архива. Вхожу внутрь. Не волнуйся, еще немного, и можно уносить отсюда ноги. Вэл, будь осторожна. Я не хочу, чтобы твое спасение входило у меня в привычку. Джек, отмечаю тебя на GPS первый класс. Когда доберешься до него, я отмечу остальные. Здорово, вы на канале Темный Сергей, с меня зовут Дима. Я продолжаю проходить игру по первой, почти до девятой части. В игре под названием Регулятор. Желаю всем приятного просмотра. Так, итак, что же нас ждёт за дверями? Даже очень самому интересно, ведь я до этого момента я проходил игру в детстве, но ни разу до этой серии я не проходил. Да, вы скажете, ой, Вашок, все такое, но правда, я не знаю, что нас ждёт за двери. Но игру я до конца ни разу так не прошел. Хоть играл в нее много раз. Честно, это было капец. Игра очень прикольная, интересная. В то же время была в то время очень сложная. Ладно, поехали. Так. Слышь, эти ученые настоящие уроды. А чего ты ожидал? Они всего лишь кучка одетых в белые зануд, которые не видели настоящей работы. Мы для них хуже мебели, пока их чудо-машины не сломаются. Кому ты думаешь, они тогда бегут? Ты прав, братишка. А теперь, когда твари сбежали, они просто дали нам пушки и сказали: «Работайте!» Когда мир сошел с ума. Да. Если увидишь что-то странное, стреляй. Да я же механик, а не наемник. Я ни разу в жизни не стрелял. Ну, я когда-нибудь им устрою несчастный случай и всажу несколько обоим в их чертовы машины. Да, это бы их проняло. Ты видел? Жив? Кухнем, быстренько пройдемся, не будем церемониться с ними и пойдем всех повалим, а? Да уж, игра прикольненькая до сих пор, честно кайфую от нее. Я, правда, для этого места не проходил, когда первый раз играл. Я первый раз поиграл у друга своего, вот он много раз игру прошел, я до конца ни разу не прошел. Ты ничего там не я видишь? Я надеюсь исправить эту оплошность типа, и пройти до конца. Так, получается, блюдо рядом со мной. Прям. Классика, я их убиваю налево и направо, да? Мне тоже очень нравится. Прикольненько, патрончиков все нормально осталось. Вроде бы последний один убил остался, да? Так, ладненько. Где же там прибег механик? Я по-любому думаю, что это механик. Скорее всего, да. Это механик. Он там! Убил, блин. Да, еще захотел! И какого типа я его ногу прострелил, он все равно не сдох. Видите, я столько раз его много выстрелил, а он все равно не сдох. Маленько, выключу ПЛВшку. Я, конечно, могу поехать бы накомазить его через мост прям, но и думаю, это самоубийство. И я коклюдеса так сделаю. Ну да, я был прав. Опа, так, механик тут сейчас фигню собирается какую-то ремонтировать, ага. Так, раз, наемник. Так. Опа-опа, что он там будет? А, он шнурки завязывает. Ну, сейчас я тебе завяжу шнурки. Так, а ну, почти тут у нас что? Тут у нас гранатометчик, ага, окей. Первым делом кокнем, конечно, разумеется, нашего гранатометчика. А уж потом пулеметчика. Опа, первый готов. Давай. Второй. Так, где третий? Подожди. Ах, давай. Есть. Так, механик, иди сюда. Есть, все. Всех вроде кокнул, но тем не менее, знаете, я думал, конечно, можно прямо пойти на самом деле, да, но... Я подумал, знаешь, как сделать. Пойти именно вот так вот. Если на машине поехать с другой стороны, а? Что прикольно будет, я ни разу так не делал. В принципе, я ни разу эту серию не проходил в игре. Да, в игру я играл много раз. Но не знаю почему, но не хотелось милости дальше пойти, а? Но я, честно, дальше не проходил. Так, придурок, ладненько. Главное, что я слил. Опа-опа, че? Гребаного гранатометчика, остальное... Не важно. Так, первый блюдок готов. Эй, какого фига тебя бы даже был сдохнуть? Опа, все, готов. Маленькая машинка покидала, спасибо тебе за... Нет, еще не покидала. Окей, немного проедемся. Классная фура такая, восьмиколесная. Пойдемте патрончики у гранатометчика заберем. Думаю, тут больше тут никто не встретит. Хотя это не факт. Ну да. Блин, я думал, честно, я всех убил. Да ладненько. Даже намного веселее получилось. Прикольненько, больше вроде бы никого нету. Давайте быстренько заберем эту башенку. Заберем патрончики у гранатометчика. И нафиг, пойдем дальше. Наша главная цель — понять давление до максимума у трех клапанов.
Думаю, у нас все получится. Аккуратненько, аккуратненько, аккуратненько. Так, опачи. Вот они. Потом, а нет, патрончики не нужны, да? Вот, сейчас быстро перезарядусь. Точно не где. Давай. Теперь можно? Можно, ага. Так, получается, у нас что у нас тут? Так, получается, по этой канатной фигурине надо будет перевариться на ту сторону. Ну да. Опа. Тут у нас кто? Автоматчик. Ладненько, автоматчик. Давай. Поговорим с тобой. Подожди, подожди. Не, так и знал. Привет. Помашу, блин, просто когда эти стреляют, когда не стоя. Ого. Совершенно хреново получается. Ладненько, знаете, что я сделаю? Так, один батончик пущу в них, а? Хотя нет, с такой дистанции я сомневаюсь, что попаду, но... Давайте, я разочек, а? Фигней поставляем, а? Ой, кого-то из них, наверное, я кокнул. Подождите еще раз немножечко. И все, и пойдем дальше, а? Все-таки я кого-то из них убил. Ладненько, прикольно, думаю, получается. Кстати говоря, меня хорошо видно, да, или нет? Это очень важно. Если плохо видно, напишите комментарий. Если хорошо, также напишите в комментариях. Ладненько. Погнали, до чего. Давай, аккуратненько. Повернем. Да, так, это разворот с меня, конечно, не такой уж. Нет, в принципе, я нормально зашел в поворот. Молодец. Ладненько, всех я убил, потому что, в принципе, ни у кого... Не брать не буду, потому что ничего не нужно. Так, давайте вот так вот прибортуем нашу точилу. Вот так вот. Класс, да? Блин. Классненько припарковал. Опа, так вообще зашибись. Там еще двое остались, да? Маленько, сейчас быстренько поднимусь. Наверх. В принципе, патрона хватает, поэтому маситься патрончиками я не буду. А небо реально красивое, звезды, класс, да? Кстати, посмотрите, я вот сейчас подожди. Поднимусь. Смотрите, красиво, да? Хоть игре уже 16 лет, тем не менее она остается. Ого! Давайте с большим удовольствием их кокнем. Она еще до сих пор остается классной, прикольной и интересной. Блин, всех они улетают. Если чувак остался, блин, как кегли, бах, снес, а. Вот класс. Ванька, погнали. Покидывай, суки. Ванька, там плиту я убил, придурка. В принципе, патрончики быстренько у него возьмем. Так как-никак, я в него, блин, промазал два раза, со советской винтовки, поэтому быстро патроны возьмем на эмочку и пойдем дальше. Думаю, меня хорошо видно, по крайней мере, я надеюсь на это. Следующая серия обещает быть прикольной и интересной, потому что я не знаю, что будет в данной серии. И в этой серии я не знаю, чем она закончится, честно. Ну, сукин сын. Да, сукин. Что здесь произошло? Понятия не имею. Так, ты где? Эй, есть там кто? Конечно, есть. Твоя смерть. Давай. Как я их кокнул четко, да? Вообще зашибись. Так, это плохо, мне кажется, видно, Ика. Быстренько в настроечки зайти. Настроечки, так. Цвет, гамма. Чуть поярче, наоборот. Я, честно, не разбираюсь этой фигни, а ладно, я думаю... О, получше стало видно на самом деле. Ну да. Ладно, погнали дальше, так аптечки патроны взял. Все. Не видел? Слышал? Что здесь произошло? Давай. Пойдешь, кто выйдет 100%, я зуб даю, кто выйдет отсюда, а? Не знаю, когда? Он, я же говорю, что выйдет. Подожди. Сейчас я разберу. Еще один придет, наверное, по-любому здесь, а? Есть, всех кокнул. Покидывай, сука. Ладно, я поздно сказал. Так что быть. Так, ладненько, первым делом зайдем. Сидивы. Опачи, карточка. Эй! Я проверяю твою башку! Нихрена себе, блин. Зашел, так зашел за карточкой, да? Так, получится, где моя сокольнёвочка? Я уж совершенно не помню нихрена. Ты. Ну, либо да, она и есть. Зашел, так зашел, блин. Ты ничего там не видишь? Дубль 2. Ты жив? Ладно, на жопу натянул! Ты же мудила сверху меня спалила, а? Ну ладно, давай, иди сюда. Давай. Нифига себе, ты сука, ты какой, а? Сверху. С прыжки меня, блин, кухня хотела. Мудила. Карточку берем.
тут спрашиваешь, что надо полюбоснее найти, скорее всего, так, найти первый клапан и увеличить давление до максимума. Окей, надо, скорее всего, полюбоснее еще на две карточки найти, а? Ведь у нас надо увеличить давление трем клапаном, а потому что в конце зарвать регулятор. Будь внимателен, не сварись. Ага, понял, Дойл. Так, куда же нам пойти? Вот сюда или сюда? Я думаю, скорее всего, пойти сначала сюда. Мне кажется, сюда правильно идти. Что это было? Дай задницы, приятель. Опа, чё? Не зря я сюда зашёл. Подождите, сюда не паникую. Да? Ладно, они даже ещё покажут. Не особо знают, где я именно нахожусь. Поэтому в панике бегают, придурки ищут меня. Опа, ещё один. Так, и ещё один придурок идти там, а? Блин, нравится мне прибыльничного видения, а? По НВшка. Не, я полюбуюсь не всех копнула. Ладно, выпить прибор. Так, это что у нас? Это получается, я мог отсюда выйти, ага, понял. Перепрыгнул. Так, ладненько, патрончики взяли, все взяли. Что нужно? Так, отсюда мы никак не выйдем. А, вроде бы я всех копнул. Да, ладно, пойду дальше. Почё-почё? Я тебя заметил, придурок. Сейчас мы его копнем. Здесь подельника я не отсюда. Друг, ты жив? Да, конечно, жив, а. Давай, подачу, придурок. Друзья, надеюсь, я копнул его. Ой-ой. Это плохо, видно, а? Подожди. Так надо сюда пойти, а? Ой. Ты где, придурок? Прямо между глаз. Только ты где, придурок? Слушай, рядом, ну где рядом? А, так еще там есть? Блин, это, мне кажется, не ожидал, а? Лучше ублюдки, а? Ладно, все, быстренько патрончики возьмем. Опа, бронежилет. Нужная вещь. Блин. Ай, за это. Так, подожди, там кто-то еще есть, да? Есть. Броник взял. Так, быстренько надо подняться наверх. Ух, нравится мне снайперская ветровка, а? Как говорится, сон. А кстати, горели, похоже, а? Так, ладненько, все, пойдем сейчас дальше. Ну, вроде бы пока все идет хорошо. Ну, в принципе, надеюсь, все хорошо. Так, ладненько, нам, скорее всего, полюбоваться надо чуть-чуть сюда. Да. Так, вот, все, я готов. Опа, вот еще карточка, все. Карточки найдены, теперь перекройте пар. Окей. Так, отсюда черный пришел, да? Так, готово. Ёп, что вы имеете. Перекрыл. Ладно. Поскольку первый полюбоваться находится, скорее всего, здесь. Я так думаю. Так, давайте. Ну, хорошо, да. Ты у первого клапана увеличиваешь. Отлично, я отметил следующий. Куда он пропал? Так, тут мы никак не пойдем, поэтому надо будет обойти. Да уж, первого клапана мы увеличили давление до максимума. Попробуй здесь это! Ну диво, блин, а? Нифига себе, у них костюмчики прикольные, да? Куда он делся? Блин, угарные костюмы, а? Мне нравится, а? Класс! О, вот такие костюмчики. Ладно, я как-то, блин, фигово сел на самом деле. Не Джекарио, а я сам. Мне как-то надо поровнее сесть. Давайте-ка, я думаю... Мне, думаю, так хорошо видно. Я, конечно, надеюсь на это. Ведь я главный герой этой игры. Ладненько, блин. Честно, мне очень нравится такая. Я с большим удовольствием хочу пойти вместе с вами эту прикольную игрушку, а? Потому что я, правда, в детстве ни разу до конца игры пойти не смог. Как сказать, вошок был, поэтому не смог пойти. Ладненько. И что-то второй клапан, да? Я не ошибаюсь. Ого, этот пар такой горячий, что можно свариться заживо. Окей, сделано. Поднял давление до максимума. Так, остался третий, ага. Ну, последний клапан третий остался. Ура! Блин, сука, я же думал, что туда сюда будет. Я фигово справился, ладненько. Давай. Все сделано. Все готово. Погнали дальше. Убивай всех ублюдков мудильских. Так, иначе. Так, что у нас тут ждет? Тут понятия не имею, что ждет, но надо приготовиться. Вырубить фонарь. Как тут настало, а? Включить по НВшку. Ого. Чего-то понятия не имею, что происходит, но... Подарочки я покидаю. Надеюсь... Я уверен, что придурок не один, да. Я был прав.
Ну ладно, как черт с вами. Иду подальше. Я готов. Куда он пропал? Давай, Мугива, иди сюда, я жду тебя. Присыкай, перезарядиться. Там еще придурок щитом идет. Искать два придурка щитами. Нихрена себе, блин, суки мощные. Плюс кисадов собирано. Жить ними поимели. Это так, блин, не вовремя у нас ПНВшка сдохла. ПНВшка. Хреново видно на самом деле. Ах, сколько вещи, блин, наш гребаный кисадовцы. Мы его потеряли! Подожди, блин. Сразу не вижу где-то. О, вот он, ага. Есть, ты полный задницей, приятель. Хотел тебе сказать. Школьника. Опа, новая пушка. Давайте возьмем ее. Думаю, давайте, да-да. Думаю, ямочку выкину, потому что мне, в принципе, больше выкинуть нечего. Да и, в принципе, у этих пушек патроны одинаковые, что у ямочки, что у этого. Поэтому выбора нет. Пошли. Следи за местностью! Правда, эмочка, конечно, будет помощнее. Что здесь произошло? Да сколько же у вас тут придурки, ТВ? Охренеть, я уже где-то человек 7 где-то специалистов убила. Никак не кончаются. Если я не ошибаюсь, через гранатомет. Ну да, да. Да, гранатомет, все правильно. В принципе, он сейчас не пригодится. Меня сейчас. Да, допустим, как... Ого, нифига себе, сколько этот спецназ убил, кажется, их было больше. Охренеть, да, все-таки это баунчик сработал, какой-то я оторвал. Ха-ха, как он прикольно положение застыл, да? Классно, ему всю спину и защитил. Ха-ха, блин, классная игра. Честное слово, блин, вот такая, всем эту игру рекомендую. Напада очень классная, прикольная, суперская и интересная. Также не забывайте подписаться на мой канал, поставить лайк этому видео, ведь ваши лайки и комментарии помогут развитию моего канала. Подожди, что она тут ждет? Пока ничего. Как доберешься до панели управления, включая обратный поток. Это повлечет за собой разрушение основания регулятора. Попробуй. Поверь на слово. Ничего не заметил. Я блин, не то хотел. Я подожди. Вот. Хочешь еще? Сейчас да, да, хочу. Ты что, у нас тут такого? Нет, блин, понял, я как-то без него хреново видно. Ага. А вон, скорее всего, вон и вот и кнопочка. Сейчас пусть камеру вырублю на время. Отличная работа, Джек. Основное питание отключено. Я направляюсь в архив. Буду выходить через вентиляционные шахты. Думаю, я легко смогу найти тебя. Будь в шахте и не высовывайся, и жди меня. Наконец-то предложили что-то стоящее. Я просто профи в умении сидеть и ждать. Вот и все, мы взорвали регулятор, поэтому наша миссия выполнена в данной серии. Блин, самолет. Сада. Есть. Получилось. Идёшь ты где? Дива, близкая ты тварь, а? Ё-моё, два раз уже сдох, а? Ваня, ты думаешь, ты был 20 на 2? Дима, придурок? Ну ладно, Дима. Ты ничего не заметил? Учитель. Не вздыхать. Придурок, а? Есть. Так, Ваня, теперь я знаю, что на придурке нас будет ждать, поэтому думаю, эпку уже не буду отключать. Быстренько все возьму, приготовлюсь. Нет, дверь пока не открывается. Ну ладно, как будто типа НВ-шку. А ты видел? Не видел. Что здесь произошло? Так, быстренько. Кнопочка 4. Кнопочка 3. Ага. Есть. Кнопочка 5. Блин, быстренько. Там еще один. Не ошибаюсь, еще один. Да. Блин. Ага, давай. Есть. Все. Всех убили, да, конечно, не без потери, не без бронежилета, конечно, остались. Но тем не менее, я убил всех, поэтому это круто. Теперь быстренько патрончики соберем. Всех этих убил. Мы даже найдем бронежилет. Так, наша цель. Встреча с вентиляционных шахтах.
Окей, видите, вся наша серия подходит к своему логическому кольцу. Честно, серия получилась прикольная, даже сказать так, очень интересная. Особенно в конце, блин, я как я взорвал эти крепные самолеты. Это вообще, блин, шикарно, так, блин. Теперь здесь, походу, не пойду, да? Вот, блин. Ладненько. Оп, мне все-таки прошел. Придурки, у вас есть бронежилет, или вы все блин, без них были, а? Блин, только, по-моему, есть, если не ошибаюсь. Дробовик, да, но я думаю, сменю я. Тихое оружие на дробовик. Потому что, ну, мне просто больше нечего менять, на самом деле, а? О, все. Я готов, суки. Много броника взял. Хотя есть еще броник? Да нет, нету. Ну вот, вот наша решетка. Наша серия подходится к близкому концу. Встретимся снаружи. Спасибо за просмотр. Пишите комментарии, ставьте лайки. Всем удачи. Не болейте. О, нет. Да. Точно что-то забыл сказать. Не болейте. Не скучайте. Всем пока. Thank you.